Через приложение вызывала. У вас лайфовская карточка? Да. Ну вот лайфовская работа, уже МТС этот Водафон и Киевстар уже все. Уже не могут вызывать Яндекс.Такси? Да, хіба що через Wi-Fi, вроде бы як. Угу. Я вот сейчас мужика подвозил, то... Він визвав, удивительно, він визвав через этот, через МТС. Угу. Каже, утром як визвав машину, зависло і все. Угу, понятно. А что-то говорят, ну там в офисе? А он не будет. Это и так я удивляюсь, как пока работаешь. На лайфе пока работаю, я там посмотрим. Угу. Будут блокировать. Ну то есть пока никто не говорил ни водителям, да, как оно будет, никаких разъяснений, ничего, потому что... Ну вот в кого интернет на Киевстаре, на МТС, то уже не работает. Угу, там на лайфе это пока работает, я ищу, а потом уже придется какую-то другую программу работать. А навигатор? Вот вы пользуетесь же? Ну вот карту включаю. А, Яндекс навигатор? Да. Ну вот еще пока работаю. Вот. Еще пока работаю. Да. А пробки показывают? Верните налево. Показывают, где красный. Угу. Где багато транспорта показывают. А у вас какой оператор? Life. А количество заказов сегодня уменьшилось? Да есть, но дуже багато було сорваних, ну, в смысле, закрывается. Вот так взяв заказ, нажав, вернять. Раз, ну, спрыгує. Я понятно. Так думаю, що це ті люди, які видно з Київ, з Київстара визивали. Наверное, штук 10 это сорвалось. Ну, пока есть, не знаю. Посмотрим. Что-то говорили, чтобы его вообще перекрыть. Времени дуже багато надо. Не знаю, наскільки. Что там делать будете? Что делать? Uber закачаем там или мобайл. Угу. По ним будем ездить. Ну, что делать? Как вы считаете, надо вот это вот санкции вводить? Что? Вот это надо, вы как считаете? Санкции вводить, запрещать эти там контакты? Знаете, я бы, допустим, согласился с этим, если бы мы лучше стали жить. Угу. Лучше же все равно не... То же самое в усім остальном. На самом деле, они... Людям перекрывают кислород. Угу. А почему вы вообще в Яндексе работаете, а не в Убере сейчас? Тут лучше условия или что? Ну, изначально, да, было лучше. Яндекс добавлял, допустим, минимальный заказ, там, 25-30 гривен. Угу. Он добавлял на 70. Нормально. Угу. В Убере этого нету. И Uber, Яндекс там 25%, допустим, и, ну, из заказа снимает, а Uber 30%, невыгодно. То есть тут больше заработок получается? Ну да.